Экс-председатель парламента Северной Осетии Лариса Ахабицева отмечает 70-летний юбилей. Сейчас Лариса Батырбековна возглавляет региональную общественную организацию «Союз женщин республики». Имеет множество государственных наград. В том числе указом президента России награждена орденом почета, орденом «Слава Осетии», медалью за трудовую доблесть и многими другими. Галина Григорян продолжит. Мудрая, уверенная в себе и стойкая женщина. День рождения Ларисы Хабицевой в парламенте Северной Осетии до сих пор отмечают как большой праздник. Горжусь тем, что долгие годы знаю, общаюсь с Ларисой Батырбековной как на трудовом поприще, так и просто на человеческом уровне. Лариса Батырбековна отличается тем, что какую бы должность она ни занимала, в каком бы качестве, где и когда не выступала, она всегда была прежде всего и остается патриотом своей республики, патриотом своего народа. Лариса Хабицева долгое время возглавляла комсомольские партийные организации республики. В 1990 году была избрана председателем Владикавказского городского совета народных депутатов. Строила карьеру, опираясь на лидерские качества. Позже уже сама помогала многим из нынешних политиков найти свой путь. Лариса Батырбековна, вам, что вы стали в моей жизни первым руководителем, тогда еще будучи в статусе первого секретаря Ленинского райкома комсомола в советское время, который пригласил меня на работу и дал мне вектор направления в будущей моей профессии, чем я сейчас и очень довольна. Мы всегда были дружны, не делились ни на политические какие-то идеологии и на партии, и всегда делали одно дело, служа своей родине. Потому что женщины – это движущая сила земли, и никто уже с этим не спорит. Ее заслуги отмечали на самых высоких уровнях. Лариса Батырбековна награждена медалью за трудовую доблесть. Имеет множество госнаград, орден «Слава Осетии». Указом президента России награждена орденом почета. Нынешний председатель Конституционного суда Северной Осетии Станислав Кисаев хорошо знает Ларису Хабицеву. Он долгие годы работал с ней рука об руку в президиуме республиканского парламента. Станислав Магометович и сейчас помнит, как Лариса Хабицева твердо отстаивала интересы граждан региона. Те самые лихие 90-е, они же были годами перестройки и переструктурирования организации власти. И вот на что обращалось внимание в характере Ларисы Батырбековны, что это не аппаратчик кондовый, не человек, которому дали задание, и он его выполняет. Это человек со своей позицией, со своим мнением, со своим видением ситуации, будь то начало 90-х и вот наши тяжелые отношения и на юге с Грузией, и с соседями. То есть у нее всегда была своя позиция, и она могла ее отстаивать. Она была во главе парламента. Лариса Хабицева всегда отличалась своим умением анализировать складывающуюся обстановку, искусством находить выход из самых непростых ситуаций. Так говорят о ней коллеги. Она стала первой женщиной в политической истории Северного Кавказа, которая возглавила региональный парламент. Есть все-таки профессии, которые, наверное, больше мужские, чем женские. Вот и политик тоже в том числе. Хотя на сегодняшний день мало таких сфер осталось, куда не внедрились женщины, и даже штанги мы поднимаем очень удачно. Женщина-политик, наверное, должна обладать теми же качествами, что и мужчина-политик, я думаю. Если коротко, то, наверное, быть достаточно гибкой и в то же время уметь держать свою линию. Главное просто делать свое дело добросовестно и стараться, ну, не жалеть, во всяком случае, себя. И она не жалела. После работы в парламенте она была назначена советником главы Северной Осетии по внутренней политике, а сейчас возглавляет региональную общественную организацию «Союз женщин республики». Галина Григорян, Майрбек Дидикаев, Новости Осетии.